Уничтожили орудие боевиков. Военные на Донбассе впервые применили беспилотник Байректор. На Донбассе украинские военные впервые применили разведывательно ударный беспилотный комплекс Байректор. А парт успешно уничтожил орудие пророссийских боевиков. Об этом пишет РБК Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ. 26 октября с начала обстрелов на Донбассе. ОБСЕ выдвинула требования к боевикам Российской Федерации о прекращении огня и направила ноту дипломатическим каналам. Однако оккупанты никоим образом на это не отреагировали. Чтобы заставить врага прекратить огонь, главнокомандующий ВСУ отдал приказ применить Байректор. Беспилотный летательный аппарат не пересекал линии соприкосновения и управляемой бомбой уничтожил одно орудие с расчетом российско-оккупационных войск, пишет пресс-служба.